21 мая в Доме культуры имени Бажова прошел концерт Дмитрия Одищева и группы «Макстон». Музыканты давали сольный концерт уже в звании народного коллектива Челябинской области. Его они получили в 2016 году. Было все как всегда, только нас не искали, мы ушли в никуда. Вместе музыканты ансамбля выступают уже 21 год. Сначала группа носила название «Вояж», а в 2014-м была переименована в уже привычное копейчанам «Макстон». На своих концертах коллектив исполняет авторские песни, рок-баллады и ретро-хиты. В море ходят пароходы, запрещают переходы. В море ходят пароходы, туда-сюда. А тебе не догадаться, для чего в морях скитаться? Для тебя любое море одна вода. Специальным гостем концерта по традиции стала известная копейская певица Яна Хигай. В этот вечер она исполнила песни в дуэте с Дмитрием Одищевым и спела несколько сольных композиций. И пойдешь ты в бой на земле. В этом году на концерте группы «Макстон» выступил и еще один коллектив – театр песни «Летний вечер» под руководством Яны Хигай. Девушки исполнили несколько песен на русском и армянском языке. Концерт группы «Макстон» зрители Инсит ТВ смогут увидеть в эфире телеканала. Следите за программой. Вместо слез нарисовать цветы, вместо разлук мосты.